Всем привет! Готов поспорить, что это самый вкусный салат, который я вам рекомендовал бы. Готовится он легко, быстро, без всяких обработок. Нам понадобятся маслины, огурцы, помидоры, латук, яйцо отварное, лучок и тунец. Тунец консервированный. Ну что ж, начнем. Первое, что нам понадобится, это маслины. Маслины я использую без косточек. Нарезаем их хаотично кругляшками. Сразу ставим их на тарелочку. Поставляем их в хаотичном порядке. Огурец нарезаем пополам. Латучок нам понадобится. Вот так вот, два кусочка. И третий дополняет. Остальное мы порежем пополам и крупно. Теперь забрасываем наш микс. Помидорка микадо. Вырезаем сердцевину крупным кубиком. Отлично. Помидор у нас нарезан. Отправляем его к помидорам и латуку. Все, дорезать нам практически больше не понадобится, кроме лука и яичка. Но это все будет происходить очень быстро. Добавим оливковое масло. Перемешаем. Пускай все ингредиенты смешаются, отдадут свой аромат. Обязательно нужно посолить. Все, отправляем это в серединку. Отлично. Теперь нарежем лучок. Лучка немного. Разделяем его на небольшие колечки. Все, лучок будет служить практически легким декором. Тунец. Тунец консервированный. Мы выставляем в серединку. Отлично. И последний штрих. Это отварное яичко. Вот такой замечательный салат у меня получился, что и вам рекомендую. Он безумно вкусный, нежный и полезный. Всем пока-пока. Ставьте пальцы вверх. Желаю вам приятного аппетита.